Еще одна попытка заступиться за незаконно осужденных в Алматы блогеров Андрея Цуканова и Дмитрия Щелокова была предпринята сегодня в Астане прямо у резиденции диктатора Назарбаева. Коллега независимых журналистов, ныне страдающих от гнета режима, Нурали Айтиленов, тоже недавно отбывший срок за желание отобедать с Акимом Есимовым, двинулся прямо на кордон. Цель моей акции – досрочное освобождение незаконно арестованных блогеров Дмитрия Щелокова и Андрея Цуканова. Дальше я пойду в логово Сатаны. Однако в отчине старика Назарбаева не только свободной журналистике не место, но и политическому инакомыслию народа. Нурали Айтиленова повязали быстрее, чем он успел развернуть плакат. Свободу блогерам! Свободу гражданским журналистам! Полицейские, как всегда, показали своему престарелому хозяину прыть и преданность. Но пока не крутили руки Нурали Айтиленову, в Алматы уже другая блогер Ирина Суворова, переложив страдания от жизни в Казахстане, с одиночным пикетом вышла к памятнику Абая. Я житель страны с прогнивающим нервом. Об этом гласит моя прокламация. Пусть наш президент навсегда пред первым скажите, кому здесь нужна девальвация. В стране у руля стоят милые люди, которые могут купить, если хочется, за сотню тенге банк высокого уровня, поправку внеся, чтоб судом не морочиться. В стране, где есть газ, его люди не видели. Здесь нет тех слоев, что зовутся кулачеством. Поддержим родного производителя, товаром давясь невысокого качества. Ирина Суворова дочитала стихотворение собственного сочинения до конца. За все это время никто из сотрудников полиции ею не заинтересовался. Это, пожалуй, говорит о том, что власти республики оберегают лишь места, дорогие сердцу нынешнему лидеру нации Назарбаеву. А на исторических героев Казахстана, того же поэта и философа Абая Кунанбаева, они плевать хотели.